Рятувальники напередодні новогодніх урочистостей перевірять усі агросадіби центрального регіону. Головне потребування – наявність усьої необхідної супроцьпожарної техніки і свободної під'їзної шляхи до будинка. Рятувальники підкреслюють, більшість таких збудувань драўляні і потребування до агросадіб непросте. Виніки перевірки в матеріалі Антоніни Станкевич. Рятувальников господары этой агросядибы не чакали, але после коротких перемов яны сгаджаются показать свое уладание. Тем более, что ревизоры еще и подкажут, что треба сделать, как ниякий выпадок не озмрочил свято. Как построили, сразу все сделали. Пригласила, чтобы проверили. Правильно. Сразу, когда мы это все построили, я очень была заинтересована, чтобы у нас было все это хорошо, все было правильно сделано, потому что я хозяйка, мне хочется, чтобы моя усадьба действовала до пожизненно и на много-много лет и моим внукам и правнукам. Унутры все в идеальном стане. Пожарные оповящальники працуют добро, вогнетушители на своих местах. Красомовная табличка поведомляет, курить у доме финансово невыгодно. Одна цигарета может обойтись у миллион рублей. На улице у нас большие стоят отведенные места специальные. Вы, получается, запретили курение в домах везде, да? Категорически. Категорически. Это основное условие, да? Это основное условие. Это первое условие. Второе условие, много всяких условий, но это одно из условий самых главных. Потребования у рятувальников довольно жесткие, але господаров не штрафуют. Худшие попереживают. Такие рейды отбываются выключно с метой профилактики. Связано, конечно, это с новогодними праздниками, что люди сейчас ездят, отдыхают. Наверное, агроусадьбы большим спросом пользуются именно в это время. Соответственно, для того, чтобы не возникло ни одного несчастного случая, чтобы не произошло ни загорание, ни в коем случае, ни гибель человеческая, мы выезжаем. Смотрим, в каком состоянии находится противопожарная безопасность, рекомендуем. Если даже кто не желает ко мне приехать, я сама их приглашаю, особенно работников МЧС. Я очень заинтересована, чтобы у меня здесь по поводу всяких пожарных, антипожарных действий, чтобы было все в порядке. Я и приглашала неоднократно, чтобы они мне подсказали, не в плане проверки, а чтобы они мне подсказали, может, что-то я не докупила какой-то извещатель, может, какой-то не докупила аппаратуру для того, чтобы потушить потом. На выправление усіх недахопов у господаров агросядзіб застаецца няшмат часу, треба паспець да свят. Тым больш, што паклапаціцца пра бяспеку гасцей сваю маёмасць – галоўная задача господаров. Напярэдадні новагодніх святаў ратавальнікі яшчэ раз праверыць усі агросядзібы цэнтральнага рэгіёна. Асаблівую увагу звернуць на пячное абсталяванне, а таксама на стан электраправодкі. Менавіта з-за гэтых дзвюх прычын часцей за ўсе ўзнікаюць пажары. Антоніна Станкевіч, Дмітрий Чумак, агентство «Теленавін».